Привет, друзья! Сегодня у нас токарочка. Заготовочка ВД-95. Плашечка. Подожмем слегка бабасиком. Нормалек. 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 Немножко подправим кончик. На выходе плашка немножко зацепила. Замечательно.
вон то. Кулочки протираем то. И заготовочку вот сюда. Вот так. И продолжим. Необходимо просверлить, а затем еще разок проточить и сделать канавочку, чтобы в нее стекала жидкость, смазочка. Канавочку. Финиш. Получилось вот такая красота. А вот что у нас получилось. Я думаю, постоянные зрители догадались, что это такое и для чего оно надо.
Теперь нам нужно сделать силиконовую прокладочку. Сделаем из вот такой фигуринки от клавиатуры. Деревяшечка. И это мы делаем вот так. Немножко туда-сюда. Чик. Чик. Теперь вот это, то, что в середине, вынимем. Вот оно. Вот такая фигуринка. Теперь мы ее на меньшую просечечку сделаем. Сделаем. А, елки-палки. И сделаем. Вот так. Прижимаем. И немножко туда-сюда. И вот она, прокладочка. Такая прокладка не боится масла. От масла она не набухает. Теперь это сделаем вот так. Сделаем вот так. Маленько подровняем. И все будет просто замечательно. Вот такая красота. Так, теперь мы сделаем вот что. Вот эта вот масленочка специально для... Ой, как же она называется? Олеиновая кислота. Здесь трубочка очень тоненькая. И отверстие в ней очень тоненькое. Олеинчик плохо проходит через такую трубочку. Теперь это закрутим седлом. Чик. Чик. И получилась вот такая красота. А эту мы накрутим на другую масленочку. На вот эту вот, которая у нас для смазки ножей. Специальное масло. Но сначала нужно промыть. Промыть от олеиновой кислоты. Промыл керосинчиком. Протиранто. Теперь мы это вкрутим вот здесь. Смазка для ножей. Нормальненько. И вставим вот здесь. А это для олеинчика. Зеленая отметочка. Чтобы не перепутать. Это вставим здесь. Вот это вставим вот здесь. Вот это вставим вот здесь. А вот это никуда не вставим. И есть еще вот такая кисточка для отрезки. Под отрезной резец. Ну, для экономии смазки. Расходует меньше смазки. И на сегодня все. Всем спасибо, ставим пальцы и до следующих видео. Всем пока.